Нет, тут и хавку. Дайте столик. Я понял. Я обычную рыбку поставил. Кушайте там кого-нибудь. Да перед ребром нормальную поставим. Ох, спасибо за стол. Уверую в свет. Да это так, на трэш. Всем магам респект. Чё, такой погнали. Чисто широкий жест. Блин, у меня Телмивент съехал на ДК. Как так? О нет. О нет. Подождите, я настрою. Катрэш победить. О, станки, ну-ка, мне интересно очень. Лингрен, Кокмастер и Репичип. Слышь, дотки, ты же на цели, да, получается? А где шалфей, интересно? Ну да, на цели, и еще желательно, чтобы они были твои. Но только кровавая свои, ты отсвечивал. Да, я тут все это делаю. Кокон? Ой, там можете локу в рой выдать какой-нибудь? Он там сидит. Не может зайти. Ну да, ему сейчас скалу там ник сделать, как говоря. Сейчас он. Все сделал. Ой, соберу касочки. Ну, слышишь, я вот этим варом смогу в гильдию войти тоже? Да, да. Кто сказал гамазек? Да, просто. А в Кинга Мазека тоже. Бля, вот же боешек сыпет. Ну как время будет пригласить в гильдию? Ну как ник? Че за хуйня нах? Нормально вот. Могильный скоробей, бред какой-то, да? Явах. Скоробей загрызли? Так это вообще дичь, нахуй. Фу, хп. Закинь гамазека, он там присутствует в гильдию. Вон он, блять, он в гильдии уже. Нет, это гамазека, блять. Он в гильчате присутствует. Он в пати. Да. Ну это кто, блять? Вот этот вар же. Он же? Хомазек. Ну. Паладин. Нет, Хомазек, паладин, который. Ну, розовый такой. Танк, тебя... танк. А, в рейд, что ли, он хочет? Ну, конечно. Ёбаный. Потом еще этот маг Миральция просит тоже. Можешь мага взять. Кристина. Девочка. Я понял. Девочка. Я сказал. Ну я сказал, знаете, честно. Вот они и приоритеты. Я понял, блядь. Да, не хочешь идти? В другой группе уже. Осмысленно. Ну все, Войс, вот это, видишь, девушки такие. Бывают, ты их зовешь, а нет. И гамазека у нас, нашего мальчика. Самчишка. Так вот. Блять, взял, выкинул рыбу с панели. Хорош.
Вот рыба. Блок поставь. Мапл, что ли? Блок. Да его когда ставишь, а когда надо перенести нужные кнопки, блядь. Блок, ну, кнопку. Перенести через шип. А, да? Нихуя себе. Ну, конечно. Шип я нажимаешь, переносишь куда-нибудь. Ёбана в рот, Войт, ты чё? Сколько играешь уже? Я понимаю, что одна голова хорошо. Так а хруст черепа, это кто тогда, нахуй? Да вугрим это, хруст человек. Ёбаный, я гомозек написал в заменке. Пиздец. А дайте лапку. Ну ты, конечно, хорош. Ты пометку сделаешь, что вугрим тоже, блин, мало ли. Я сделал. Какой инвайт, нахуй, что это значит? Что такое инвайт? Вот ты мне пишешь в ПМ, инвайт, что, короче, дед? В ги, инвайт это пати, типа. А, ты не в ги, что ли, ёбаный в рот. Инвайтед это приглашать. Ну пригласи, да, типа. Инвайт, приглашать. Я пока раздуплюсь, блядь. Ну, по уроке английского языка. Так раньше на английском ебашили. Да ничего, да. Я помню, на пиратке первый раз играл, когда там все по-английски, я заебался, но. С книжкой сидел, разбирался, ну. Найс. У меня дома оставались что-то около 1 000 000 слов русских и там английских суммарно. Это, конечно, толстая книжечка. Примерно около 20 высоту. Да не, зачем? Спросите у мага там, у этой девочки, надо ей вообще вредить, нет? Я узнаю. Ну что, погнали, что ли? Опа, новострел, блядь, уже кто-то уши. Кули стоят. Дальше, дальше чуть-чуть. Все, все. Ну, у нас 4 танка, что ли? Походу, да. Кто-то. А, Гамазек тоже в танке. Нормально. Нормально. Зачитую. Ну ты под лицо не подходи. Да, там 3 хватит. Просто, чтобы лишний дамаг не цеплял. Если какой-нибудь танк упадет, скажем, забежишь под морду. Ну, вряд ли, наверное, это будет. Беги, малышка, беги. Сейчас я так сдам. Выебал, по-моему. Что, уебал? Спрашивает, кинете, патя. А чё там? Можно забрать Пошли босса? Нормально. Алло, блядь. Хруст черепа, ты что там жмешь, нахуй? Да, он титвка, походу. Можешь мы это его в центре поставить, знаю. Ну, в следующем. Давай, что, так, блядь, разнящий удар юзаешь, что ли? Ничего, я не вкуриваю, блядь. Я сейчас посмотрю, блядь, по рекламам, понятно. Слева шип. 4к ДПСа. И ты юзаешь дразнящий удар. Ты дарите квадрат? Он не знает. Так а если... Выкинь его нахуй с панели, слышишь хруст черепа, нахуй? И тут вообще, блядь, 4к. Кто это вообще? Угрим. Булган. Выкинь его с панели, блядь. Сука. Не тыкай, что попало. Ходят, руинят, ебать. Слева на шипе. Беги, малышка, беги. Сейчас старайтесь танки в центр его воткнуть. Мы я поставлю его, и там это уже распределимся. Ну, по крайней мере, попробую это сделать. Еще 2 ДЦшника в лаврейд, да? Ну, ДЦшник ровный вообще. Отойдите с центра чуть-чуть. Да, отойди сейчас это его. Да, поставишься вон так. Наверное, пойдет, да? Да пожалуйста, Войт. Кореш твой, что ли? Просто тебе повезло, блядь. Да ладно.
Вот таких человек штук 10 найти, у нас нормально все было. Кстати, Войт, такой вопрос небольшой. Ребро изначально, вот скажем, только вышла целка 25 обычка. Сколько танков танкуется? Три. Когда было 4. В ПК брали, было 4. 4 не может быть. 4 лишних. Когда только в ПК брали, было 4 танка. А он разве не на 3 цели делится? Только на 3 делится. 3. Вот я говорю, что не может быть. Толку от четвёртого. Я просто тебе говорю то, что когда мы ФК брали, было 4 танка у нас, плюс один хант. Это что, в хреме? Нет, обычка. Да нет, вряд ли. Конечно. Смысла ставить, если вы боитесь, что у вас один танк упадет и другой перехватит, то да. Ребята, я все понимаю, но это был только лишь первый выход. Да там без разницы, это что за релл такой, ну? Не знаю, ну, может, пускали его по комнате, по квадрату, блядь, или по треугольнику, хуй знает. Релла? Релла? По кругу пускали, блядь. Ну, я бы Релла пустил по комнате. Если Релл, ну, ни один хил не скажу. А это кто, это кто говорит, этот самый прист, этот новый, да? Нет, это... Это Рикки-Тикки. А, Рикки-Тикки. А у тебя прист есть голос вообще у этого ДСшника? Зузи. Кто-то там сдохнуть хочет. Давайте я помощника отведу в этих своих Агарте. Че, осколок? Давай. Давай, ловлю его. Там осколочка. Нет, не второй. О, я, кажется, не так сделал. Я, блядь, охуенный гений. Молодец. Я просто, блядь, гений, отвечаю. Похуй, я отведу. Похуй, я подшиваю живо. Я подшиваю живо, мне поебать. Давайте, короче, в ДДшников, кто там... Пускай Хукмастер и Лингрен остаются, и Пичип тоже в ДДшника прыгает. Может на наоборот леди... лучше. На леди да, Хукмастер будет ДД лучше. Че, вы мага возьмете? Я типа да. Лучше танкану да, да. Его. Ты уйти хочешь? Я? Ну. Да нет, я здесь как бы, но я могу посидеть на замене просто, пусть играет, одевается, мне ничего не надо. Ну давай. Давайте забьем. Помощника сначала. Тебе надо ли вот квесты какие-то делать? Да, да, я вот этого заберу, чтобы мы его били. Давай, так себе нравится. Илломаунт, ты тут, Диси? Может, нам надо поменяться нормально? Типа, я этого забираю? Нет, там помощника бей. Ну, смотри. Я забрал его сюда, чтобы милики здесь его били. Тогда понимаем. РДД, убейте уже помощника. Да ладно, я держу его вообще. Я ему так асики подбиваю. Что-то какая-то параша, мне кажется, получилось. Там чуть-чуть не туда завернули. Поворот не туда, нахуй. Да-да-да. Смотрел фильм? Не смотрел. К счастью. Ну, такой типа ужастик. Мне кажется, хуйня. Там нет, же... не хорошая. Как уроды в лесу хавали эти подростки. Это каннибал. Ты говорил, не смотрел. Ну ты, конечно, врунишка. Ну, не каннибалы, они уродливые какие-то. Они каннибалы. Ну, они уроды. Просто уродливые. Они уроды. Блять, я сказал, в пятой части, кажется, они чуваку запихали этот шланг в задницу и пустили на пол. Такую хуйню я не буду смотреть, блядь. Я сейчас специально это скинул. Мужик взлетел, блядь. Чё сделал? Космос взлетел он. Летел, блядь. Прикинь, тебе шланг запихивают пожарный. Но там их что-то около 7. Пиздец, кринь. Там... Вроде первый, там две штуки нормальные, остальные вообще да. Полные. Но прикинь, тебе шланг запихивают в задницу и дают фул напор воды. Пожарный причем шланг. Пожарный. Понятно, нахуй. И ты такой, хорошо. Ну чё, в таком звании желудка. Тебе уже нравится, да? Такая параша, да. Как такое можно смотреть? Да, тоже не понимаю. Лучше посмотри вторую серию, нахуй, Эш против зловещих мертвецов, блядь. Блять, я не успел свернуться. Нормально, вы согрели. Что, сразу что ли? Мы не суманули даже маны, блядь. Не, справа, прикольно, конечно, делается. ГЦ, хули. Я фанатика налево суманул. Второй рейд. Найс, в Эдиком, блядь, вылетел еще гений. Я не вылетел?
А, ты не... Он уступил место магу, а магу это не смогли. А-а-а, все, я тебя понял, Дэн. Лицо мага представили? Законтролите, плиз. А у тебя бабл, нах. А бабл не учили прожимать? А бабл? Ну, дисплей этого бабл. Нету. Пизды. Сейчас бы бабл прожимать. Ну-ка иди сюда, я тебе дам сейчас, блядь. Кажется, кнопка контроля должна быть. Я тебе эфир дал сразу, только ты бабл завезу. Надо смерч ебать. Я ж не могу, по идее, из смерча выйти. Или могу? Можешь. Бабл. А, ну кг. Нет, вроде не может же. Ну, вот бабл. Я думаю, что в смерче не бабл нельзя нажать. В PvP же можно, а тут нельзя. Вот как раз таки в PvP, по-моему, нельзя. Ну, по-моему, можно было. Надо это чекать. Скажу. Ой, бать. Повышенного это. Ой, если ты значит. По боссу фол, да, давайте. Осторожно, это пизды дам. Давай. Я бы глянул. Я бы на это посмотрел. Этот алмаут, напиши, сколько у тебя вот сейчас в рейде. Добейте моба. До плечения циферку глянь. Милики, добейте моба. Характеристиков. Он по читом. Не, до милики пусть бьют. Ага, ага. Я ему стан дал. Ну давайте, перевелись. И там лыжи так хорошо бегают. Да, да, да. Да, 10 человек в лыжи стояли. Я понял. Ответ давайте, стан. Геру быстренько его. Духи. Spirits. Попробую что-нибудь так сделать. Spirits. Это 6 секунд, бежу хоть на себе его. Смотри, я бегу за духом. Он бежит оп за вами, а я за духом. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давайте разъебись хила. Ну-ка еще один. Опа, блять. Опа, и лучше как дела, блять? Ебало ты, мразь, блять. Хуя вас косит просто, я хуя. А блять, у меня уже 300 к. Сейчас там что-нибудь поймаю, конечно. Нету как бы. Выкосило пацанов. И ложного. Они зыбка, чё, а панцирь. Смотри, дух нахуй. Хлопнет. Я про зелёнку забыл. Да пошёл туда. Симка у меня, блять, налупил. Спиритс. Ну, крупто эвил. Крупто эвил. Фиряем. Крупа. Бьем предателя. Просто страшно сдуло, чувак. Какой фиряем? Там кнопки контроля нету, люди. О, в кого-то боб кинули. В инвизибл. Походу. Будем ли снова великана убивать? Да. Лесного великана? А можно? А нет, не надо. То Лингрен и Хукмастер остается, да, также в танках? Да, да, пускай. Ой, бал по мне. Спать охота. Я тебя спал целый день, блядь. Ой, я-то, блядь. Ну как там? Ты спал целый день, а ночью ты не спал, правильно? Нет. Почему? Ну так и все. На день же всего 6 часов. Ночь по сейчас. Факту. Ночь сейчас. Если... А-а-а. Я понял. Молот цветы. Молот цвета, в смысле. Если молот. Если это есть молот, то уже будет плохо. Блять, опять ждать. Дарт мол. Это мой новый ученик, Дарт Мол. Все-таки пересмотрел Звездных кофе войнов. Помоли, да? Мне лучше. Нихуя, блять, намоли. Да я давно их не смотрел, блять. Наверное, года два назад последний раз смотрел. Ты дракон играл. Ну, блять, он флексит. Это я раскручиваю.
А, у нас репичи в рейде, я понял. В смысле, я уже в дедоспеке. Все нормально. Рыбий чип. Репичел. Куда мы идем, великана? Великана. Великана, да. По голове пеликана этого вашего. О, рестлинг гоните, пожалуйста. Иди на первом этаже, бери. Без проблем. Предложить его нельзя. На туре надо взять, сходить. Чтобы не пробовали. Но тут-то багруха должна выпасть. О, воронка. Воронка? Шутка жесткая. Там воронку. Это не воронка, это черная дыра. Это черт знает что. Этот голубь настолько сырой, что он того и гляди взлетит. Этот голубь боится меня. Я видел голубя, который никого не боялся. Что за бой, блять? Тут я боюсь отвечать. Давай, давай. Алло, нахуй. Ну-ка. Не хочу говорить. Вон идет еще один. Давай, говори, уже собрался сказать. Вон, блядь, чепуха ебаная. А кто его сагрил, блядь? Вон бой идет. Нахуя? Ну кто квест брал? А нахуя, че квест, сука, на первом этаже не берется, блядь? Другой играется. Что ты сагрил? Бищи, нахуй. Вулгрим, это ты хуйней занимаешься, нахуй? Пришел трэш фармить сюда, блядь. Души тоже надо фармить, запомнивает. Мне кажется, это... Мне кажется, скоро будем этот инстормить. Да, душ кому-то понадобится. Вы же еще не начали бить? Или касал от счастья, я думаю. Понятно, смысле, иначе. Да. Палатку идите, палатку идите. Да. Давай. Рыбий чип спрятался. Давай, спрятался. Я там Николса. Я не сова, у меня нет клапок. Ведите его просто. Он там пяткой никого не затоптал. Ну, если бы мог, было бы хорошо. Кстати, они походу это оптимизировали дерьмо, потому что оно еще не лагает так сильно. Слишком стар для этого дерьма. Ну, у меня сейчас из сотки, короче, 60 держит. 45 у меня, кстати. Но не так, как бы, как обычно. Обычно есть 45, 90. У меня там вообще. 26. Ну, кабель, это, да. Это, не на этом трэше надо смотреть. Надо смотреть тухлопуз, гниломорт и все такое прочее. Там, где сверкает, взрывается. Так, на ком яд, кто умрет? После сдадим, пошли на корабль. Корабль, алло, нахуй. Налево. Я-то на ком говорю? Не знаю, вроде, вставай. Вроде нету. Ну как-то нету, должен был быть. Сдохли уже.
Он на реке... А Продакс давно уже сдох. На экипале показывает. Спасибо, Баба прожал. Даст кому-нибудь. Не, на нем нету показывает. Или он уже сдох. Скорее всего, Баба просто пожал, все. А че вы там стоите, блядь? Езжайте на корабль. А он такая, ты на них узнай. Хукмастер, что ты этого, Мурадина потанчишь? Ой, а куда я залез? Ебать, сейчас умру. Он вообще ФК. Я дебил. Ты что там, или Китай? Я на верхнюю платформу залез. Ай-яй-яй. Че, ты... на пале разучился играть? Ты приедешь сюда или что там, блядь? Это на черепахе бегу. На медленно. Зачем себе эта черепаха? Продай. Черепаха, ну, ножки короткие, голове. Бежит. Пусть на мясо ее сдадут, блин. Будет черепаша. Ебаный баганый корабль. Да, бафу. Хуй пробафаешь. Туда. Блять, это да. Говнище. Как вспомню, так вздрогну. Дерьмище. Плакать хочется. О, Макси, класс, твоя сила. Но дело пахнет керосином. А кто Мурадина держит? Великий ситх. Ну я. Угу. Окей, Седжа. Ну, поддержишь тогда. Дарт, хук. Так, лететь на корабль к Мурадину и обратно лететь раз. И не сдохнуть. Ачивку хочешь? Нет, просто нет. Вот сейчас перейти и обратно. Че там, бля, под ракетками стоит? Или под пивом? Или под пивом? Пивом это даже, ну, не обсуждается. Давай, лети уже. Мак через 5 секунд. Кто держится, я понял. Ты зря, конечно, Роман пошел в пушку. А, хук. Ой, что-то пролагало. Где Рянти? Не знаю, что-то он где-то бегает, блядь, я там тебе хер дотянешься иногда. Корабль. Корабль под обстрелом. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Корабль под обстрелом. Сука. Не обращайте внимания, у нашего Релла Шиза. Ты, да, ты для приста для нового объясняешь? Да, да, да. Да. Чтоб он не рвал сразу. Это все это. Получается, спасаешь гильдию, да? Да, видишь, какой. Человек старается, трудится, блин, люди уговаривают. Я понял, блядь. А мы даже не можем освободить ему шею. Захуесосик, дедушку. Получается. Да не, не, ты что, мы добрые. Еда, таблеточка. Таблеточка для меня, знаешь, что будет? Это когда, блядь, рейд будет за полтора часа этот приноситься. Таблетка. И собираться за минуту. Собираться. За секунду, да. Хуй с ним, пускай даже за две, блядь. Этот. Сколько там стаков, нахуй? 47, нахуй. Больновато, да? Ну. Как хромосом. Я понял. Осуждаю. Я бы сказал, что кому-то это не мешает. Ну мне. Кому? Правильно, Камил. Не знаю, мы об этом никогда не узнаем. А ты же так... знаешь, кому раз говоришь? Ну кому-то же должно не мешать это. Никому не мешает. Видишь? Знаешь, ты тоже знаешь об этом.
урарника шеем забрали. Не дамажит. Грустно. Грустно, когда не дамажишь. Но... Вперед, королю бичу. Смотрите, я на звезде, на снежинке, на этом, на шипе стою. Бля, колечко упади, сука. Тут кто так умеет? Три монетки этому молодому человеку. Вот там колечко. Кастерская. Не, ну Халеон Гер, это, конечно, удивило, блядь. Че, типа сперва? Ура, ебать. Вот почти три колечка. Ты, ты про типа с первого раза, что? А, или про лут? Я про лут, что три кольца, блядь, одинаково. Лучка, лут кринжовый, конечно. Блин, крутое кольцо. Ты про какое? С мастерством. Да. С мастерством. Кал. Эх, я заберу за бесплатно, если никому не надо. Лох, что ли? За бесплатно, блядь. Ну и будь лохом. А сколько кольцо стоит? 50. 50? Бля, да хуя. Бля, не пацаны, ебать. Бичи, сидите без шмота, блядь. Не запускай, Войт, только не запускай пока. Хилу кольцо не отдает. Дорогой дневник. Дорогой дневник. Сегодня я отдал кольцо Нихилу. Войт, закинь Дара и затолкал во Ну, короче, тут два хэпала, вам точно надо эту хуйню, а после вас энмаунт идет. И... Я могу показать, какие у меня кольца. Ладно, похуй. Даже давай. Без сокетов. Раскошеливайся. Чтоб вы понимали. Войт. Вот. Чё? Эридара из Андалара утрупать. Так. На, сам перекидывай. Понял. Кто это там лутает? Нихуя, пойду тоже лутану. Ой, так, надо бы шмотки. Теперь доли каминочь выпадет отлично. Два рейда. Че чекать, еще нихуя не выпадет. Чекай, багруха. На, ага. Нахуй. 750 ОД, блядь. Мне вообще что-то последнее время нихуя не падало. Там не за все время два раза упало. Вот рыба. Где мои 750, блин? ШПшника. Слушай, это код, да? В три прохилят они. Кто-то подамажить хочет с вас. Так, норм. Не хочу дамажить. Рыба, говорит, далеко, в упор стою. Я вроде могу хавать. Вы поищите точку соприкосновения. Все, к сроку подходите. Сейчас сурка за жабра и бить его, ну. Нет, жабра мужик. Сова. Похуй, найдем. Бибу намазать, не знаю, такой хуйня не занимаюсь. Запустил сурка, короче. Кто хукмастера отравил? Кто отравил? А че он? Отравился? Как это? Бывает, блядь, такое в жизни. Что травишься? Дам сольву. Продукт с него не все. Да ты не сорвешь. Так-то он может. Там сейчас 40 тысяч будет спула. Я ж не думаю, что ему прям спула сольву нужно. Хотя бы секунда 10, 15. На секунд 5-6. Я понял, так, сейчас увидишь, вспомнить, мы поймемся. По традиции во втором рейде. Да, есть такие традиции у нас. Кнай, ваша традиция. Боб, надо порепичип. Я уже сделал макрос. Сделал макрос? Уже сделал. Прошай. На снятие? Да. Он сделал. Так что хуй бы меня тут за Боба идти. А на диван всего. Сделал? Да. Ты все, он... все вписал туда? Да, да, да. Понятно. Когда загнался. Ну чё, Гера будет? Алло, нахуй, шаманы. То есть чё ты не срываешь, а протекс?
Ты кинул скотину, да? Ты слабел? Нет, я не кидал. Нечего хилить, так грустно. Не говорил, блядь, просто спекайтесь. Дамажите. Не хочу. Теперь еще грустнее, блядь. Да. Да, стало любопытно. А что метку все время на этого кидает? Ультрашаума. Да, он самый некрасивый, походу. 380. Метку раза три кинуло. Ну нихуя, Invisible 27 дает. Консилятор. С консилятора, слышишь, что ты в воскресенье будешь? Смотри, точно будь. Блять, если бы сегодня нахуй целка вот это не собралось трое, я бы нахуй на воскресенье его поставил. Обычку нахуй. Такой же. Хорош, вот. Этот, слышишь, что самый главный вопрос? Приз. И кто там еще новый в гильдии? И как там? Кристина или как? Кристина. Как у вас насчет Тульдуара? Пунктика нет никакого? Ну, неприязни там какой-то, ну. Что-нибудь такого. Отвращение там. Отвращение, да, то есть. Блевать тянет. Приступов там эпилепсии, типа при словах, ну, да. Ульдар. Ну или на Алгалоне там, когда звезды. Вы любите звездное небо? Смотреть на звезды. Вы тут вообще? Походу зря. Люблю Ульду и БДСМ. Ого. Нет, да, я тебе и то, и другое. Ничего против Ульды не имеете? Кристина. Я Кристина люблю БДСМ. Хорошо. Ну, а вы там были или тактики не знаете? Проводится обучение там. Завтра. Обучение. А, было? Тренинг. Ничего себе. Так ты была вчера. А кем? Я не знаю даже. А кем была? У нас или не у нас? Был весной. Ну, сейчас будешь зимой. Сейчас будешь каждый день. У нас эта традиция. Войд такая... был вроде как. Кто это такая, Кристина? Ты кто? Кем ты была? Там Войд говорит. Может, у тебя еще перс какой-то есть? Такой Войд, объясни, кто такой вообще? Войд Грид был. Мне кажется, это какой-то засланный казачок. Под Кристиной. А, это фокус. Не просто попросить ее заговорить и все. Ты не фокус? Нормально ты придумал. Я тебе пизды на мысли. Гениально. Тебе пизды, да.
Это за гений, это за Кристина, я надеюсь, ты та, за кого себя выдаешь. Или не та. А кем ты была вчера, я что-то не помню. Там Семён. А потом люди выходят из гильдии. Сежу, тебя ищут, нахуй, рики-тики-таки. Меня тут нету. Его нету, слышишь? Он на ФК ушел. Тут Сержем, блядь, как всегда. То есть его тут нету. Так а там хуй прочитаешь, не могу по-другому. Сори. Я такая, это... Синдром Торетто, блядь. Да просто муж... Доминика. Синдром тарелки. Синдром табурета. Хороший синдром, конечно, да. Нельзя отворачиваться от рейда, даже если рейд отвернулся от вас. А от семьи? От семьи можно, нахуй. Но от рейда нельзя. Даже нужно. Рейд важнее. По-любому, блядь. Особенно Бульду. Какого-то бафа не хватает. Да, по-любому. А что ты хотел-то? Не знаю, что он хотел. Вроде голос есть, что спроси голос. Точно не Андрей? Если я с вами разговаривать начну, вы меня не будете слушать. Почему? Потому что семья. Слишком заумный вопрос. А ну давай, задавай. Я люблю такие вопросы. Ну-ка, ну-ка. Удиви своим вопросом. Так что там с вопросом? Если медбрат переспит с медсестрой, это будет считаться инцестом? Да. 50 на 50. Потому да будет, что инцест дело семейное. Так а если они, а если они семья? Семья опять. Мы одобряем. Что ты одобряешь? Осуждаем. Да, только новые люди пришли, вы уже кринжуете. Стража фрикуете, блять. Прифайером, блять. Спла тупо. А мутили Бена. Надо было для собаки сразу агрить и все. Да? А ну-ка диспел вообще-то свой, да? Вообще-то от средника этот. А чё, мордаун? Я 7, блядь. Угу. После этого целка сходим в десятку гир? Чё? Можно, давай. Целка, что ли? Блин. Я точно не смогу, мне завтра еще спать целый день. А, понял. Не, ну я это... Я приду потом уставший вечером, надо будет дубы собирать. Слышишь, Вархель тут еще нет? А, Вархель же в рейде. Он в кау ушел. Он отошел там просто, да. Подчилиться хотел. Цирк приехал, блядь. Ой, господи, это так смешно, как грустно. Так и не понял, что ты хотел спросить. Я тоже не разрешил. Не пишу Седжу в лес. Он там... На ловушке. Где ебет? Этот Эламаунта, у тебя опыт только ДЦ? Или перспективы нет, есть какие-то в плане Холли, Приста или ШПшника? Что-то такое есть у тебя? Или другие персы какие-то? Если в Холли, Присте есть опыт и желание, ну или даже пока только ДЦ. Смотри, короче, там поинтересуйся на досуге. Мне нужен Хэприст. Ну как, не хэприст в понимании, что прям пиздец, он все решает, но он должен будет в будущем контенте быть. Вот там будут перспективки хорошие у него. Ну и поинтереснее. На досуге там посмотри гайды. Может будет смысл Волонир делать хэпристол. А, и Мокси будет, ему будет смысл. А то не любишь, что ты не играет, нихуя нахуй. Но он сейчас же учеба у него началась. Ну, может, летом сделаем, там будет промежуток какой. Алло, моб сзади. А как у меня в армсе 42 тысячи хп получилось в этом серии? Курики. Крик на хп. Да он всего-то дает, блядь, 2000. Может, считаю, уже у тебя расколотое солнце стоит? Так, нет, оно не настолько прям жестко. Ну, конечно, 219 скорость. А, ну понятно. А, я понял, а где? О, я подвеску проебал. А, распылил? Я тебе еще сказал про это, когда мы трэш били. Сейчас, погоди, вот я джу, сейчас. Давай быстрее, там, Архель гуляет, гулять будем. 10-12 стамины просто.
Че, не чилим? Надо быстро все закрыть. Давай, пиздец, я в эту блин закинул. Блять, гений закинул все случайно ее в эту банк. Порка раз, порка два. Порка раз, порка два. Ты о чем, блядь? Вот и трахнули тебя. Ой. Кровавульчан же. Поднимаем сильно, сильно. Можно видео? Ну, скинь. А можно? Будет читаться да. За холм. Нет. Почему я блюю, блядь? Что я бищу? Хочешь и блюешь. Друй, ты валит рез прикольно. Глеб, хочешь прикол? У нас предыдущие целкашки, это то, что было. А, у нас в какой-то момент, смотрю, блюет 5 человек подряд. Захильте. Я такой, фига, блин. Даш, посови зубы на едкой гнили. И прожмешь дубовую кожу на этой гнили. Ваня, заблевала меня до смерти, блядь. Стоите, да? Блядь, как бичи. Я что-то отблю. Ну, типа сильно, но как бы нет. Сейчас одну спорку слови, а то сдохнешь. Хотя бы одну слову. Один хуй вы... Вы стоите как бичи, нахуй. По 5 человек блюете. Пизду вас, нахуй. Вы вообще невменяемые, нахуй. Я сейчас соло стоял. Вы дураки, что ли, нахуй? Или чё, блядь? Не понимаете, что такое рейндж, нахуй, друг от друга стоять? Пиздец. Главное его резнуть, ты опять в толпу встал, нахуй. Ты не можешь найти место, вот как я сбоку встал. Или это дохуя ума надо, блин? Ну, смотри, хорошо, если дохуя ума надо, давай я к Миле подойду. Какой у меня вариант еще был? Ну, можешь к Миле подойти, блядь, там хоть не блюешь. Ну, что всех Миле заблевать? Как ты их заблюешь? Ты в курсе, как работает? Не кидается в Миле. Механика как работает, в курсе? Вот я в курсе. Ну, я вот в курсе, можешь не рассказывать. Ну как она работает, расскажи. У меня стоит либо рядом РДД, либо мили. У меня здесь рейндж совсем разный. Ты в бок не можешь уйти вправо-лево или за босса туда зайти. Вообще не вариант. Работает механика так. Если на рейндже из-под босса, из-под ног стоят 8 человек, то будет кидаться в 3 случайных из этих 8. Если меньше 8, то... Случайные игроки будут учитываться те, которые под ногами стоят, и будет вайп. Вот тебе механика. Ладно, вопрос на таком еще разочек. Есть ли доп дамаг по тухлопоузу? Нет, только у Е. Слышите, что нахуй? Я забыл сказать эти новые, которые вот там прист и маг. Поставьте вот сейчас... Гнилого, проф убьем, поставьте ИПГП лутмастер. Не ИПГП, а ИПГП лутмастер, чтобы я мог видеть, что вы нажимаете, а то у вас ни таблички, нихуя нету. Чтобы нажимать на шмотку, что вам нужно. Ну сейчас вроде приора нету, там кто-то что-то нажимает. Так, если что, спрошу, короче. То вдруг какая-то шмотка будет, которая никому не надо, а вам она да что-то апнет. Руки вернуть можно? Какие если руки? Вернуть. Серебра. Возврата нет. Не знаю, что там за руки. Линкани. Кровь надо кому-то? Так, вроде не надо. Пошли тогда. Да, это, конечно, Росколок? Забавно. Вон это. Чат на канал. Хуя они тебе вообще нужны были? Ты же хуйня бесполезна. Я думал, это запах. А. Запах. Че, возврат оформляем?
Нет? Ответ просто истребил. Там вот когда два челика с лутом остаются, можно шкаф поставить и сумануть. Но сейчас уже смысла нету, нам уже пробежать осталось 10 секунд. Кто-нибудь читал? Кто-нибудь знает, кто такой Дерсу Узала? Ну, я. Дерсу Узала? Кто это? Что-то знакомое. Не, я Дерсу Узала. Я держу свой зад. Ты не о догадок, Алисе, случайно? Нет. Это Гольд. Ладно, видимо, я спросил слишком эту. Задал низкую планку, скорее всего. Наоборот. Я прочитал книжку, прикольный тип. Вот на гнилом вроде разница с Рянти косарь всего. Что-то мне кажется... Куда побежали? Куда побежали? Бейте. Дизня, бейте. Мне кажется, надо ШПшника поднапнуть, как-то подбрахлить его, нахуй. Будет время. Вроде нормально выдает. Ой, ты когда закладку на распыл сделаешь? Закладку на распыл? Да ее там нету, я распыливаю, распыляю. А, у тебя есть, да? А это на кого тебе? На медведя, что ли? Или на кота? Хуй знает. А самолете к профу я слетаю, камешек куплю. Бля, она заебала. Перекурю минутку. Чего это я сделал? Это тоже такие места? На шенку. Чё? Ну-ка, три квеста на шенку тоже. Ну, ты... ну, я надеюсь, ты такой же крутой, как и Илаша. То есть у тебя надеюсь. Не будет косяков там каких-то. Надеюсь, ты... что не будет. Ты надеешься. Ну, с куклой разберемся. Там все понятно и так. Так забыл. Ну-ка, давай, будешь. Расскажи мне, что там нужно сделать, чтобы вайпа не было. С куклой? Пьешь лужи, пьешь слизняков. Ну и на это накопить надо стараги и просто ебнуть этого карфа, как новый. Когда? Или третьей фазой.
Нихуя, неправильный ответ. Не будешь делать. Неправильно. Ну ладно. Ну, кто может вайпнуть рейд? Красный слизень, правильно? Если ты в него не прыгнешь... Ну, красный, я знаю. Ну. Красный слизень. Ну так давай теперь отвечай правильно. Я скажу, что в слизней плевать. Ебать. Когда, блядь, плевать? Когда юзать когда сотку? Когда шестерку нажимать тебе на шеп? Петли когда фазы, зеленый, наверное. Говори. Ладно, забей. Потом не сделаю. Ну ты смотри сам, блядь. Ты типа... Я не хочу, чтобы рейд страдал из-за этого. Ты типа делай, блядь. Мне-то похуй. Осколок дайте. Попробую, если косяков не будет, блять, а если нет, то ну, я... Ну, давай. Не... Сейчас я спикнусь. Тут же не важно, какой а танк, в танке, в ДД ты в кукле сидишь. Ну, если ты выйдешь и сдохнешь, нахуй, то ты проебешь квест. Так что думай. Так, сколько он боссов уже чилит? Два, да? Где там остальные? Где маг? Нет, Кирсоли был на тухлом. Где маг? Пиздец, нахуй. Нахуй меня сумманить. Подходи и пей. 5, 4, 3, 2, 1. Уже уходим. Зеленого зерга. Можно походу к нему посидеть? Лужу смотрите, сейчас будет. Переводить. Пельмени сейчас будут, не проебитесь. Вон летят из меня. Ультрашам ты бич? Кого я в него от... Пол хп проебал. Красный. Красного бьем. Ну не знаю, может и не ловил, но дамаг получил какой-то. Напомню, он же проф на 60 бьет или на 30%? Пельмени. На третью фазу, третью фазу. 35. Красного бьем. Вы слизня будете бить рейд нахуй, милики, или вы как-то... мало, блядь, пиздец. Вы чё, блядь, бичи, милики, не помогайте нихуя. Пельмени. О, ты где стоишь, блядь? От пельменей убегал. В другую сторону надо бежать.
пельмени. Красный. Что у тебя там? Вот сейчас красный. И все там под контролем держишь? Давай. Да-да-да, все нормально. Быстро набирай, сотку и еще в идеале на зеленого набери, блядь. Ну-ну-ну, хорошо, я тебя уже одно ставлю. Давай, быстрее, с лужами. Пей-пей-пей, быстрее. Поспеши с лужами. Должно в нормально. Пельмени. Что-то послезни вообще хуёво играть. Быстрее добейте его. А чё он отхилился? Обратно. Да. А как он отхилился-то нахуй? Не знаю. Добейте, блядь, слизня нахуй. Понял. Зелёный. Это какой-то, первый раз такое вижу. Я тоже. Ну, короче, обплюнул кого слизняка, типа, ну, блядь, сейчас. Ты сотку, сука, прожал? Алло. Там, скажем, 35% он прожимается, сколько, 47. Ты что, дрочишь, блядь? Сейчас ты должен был прожимать, блядь. Пей, я прожимаю, да. Сейчас красный, нахуй, ты в красного наберешь? Набери в красного плевок, чтобы был сейчас вызов. Там красного. 42 надо. Быстрее набирай. 42 надо. Сука. Там 8 минут баф висит. Давай, успеешь, успеешь. Он успеет. Давай, давай. Пельмени. Набрал. Все кинул. Сейчас я вас. Все пойдет. Сейчас. И все, дальше как обычно все. Сейчас я там. Кто там фонит? Может меня сейчас, люди, можете сильнее походить куклу, пожалуйста. Да не надо не ничего путать, тебе уже похуй на все. Слизня бейте, вот вы его не бьете, это пиздец. Бейте получше, побыстрее. Фул босс. Он сейчас вызовет нахуй зеленого через 5 секунд. 2% еще. Для меня. Ну будет зеленый нахуй. Рики таки, блять, ну ты че, блять? Не зеленого плевать или это бить ПФ? Ну я не переход. Знаю. Если успеешь, если не успеешь. Сука, вызвал все равно. Блять, не успел чили. Нахуй. Конечно. У нас три танка, если че. Конечно, ну, похуй, нахуй. Конечно, он будет вызывать. Хук первый. Я второй. Лин. Зеленого объем все. Репичип на подхвате. Третьим будет. Геру дайте. Фул засчитываем рейд по фасту. Добили зеленого, профа бить уже пора. Сколько на трех стаках, да? Все, к звездочке собираемся. Да, на трех. Пельмени отходим. Забрал. Так, че, лужу обойдем, да? Че-то какая-то хуета с лужами. Достаете РДД, пошли, обходим. Чтобы вы доставали, идите, чтобы вы доставали бить. Босс сам себя не убьет. Я сейчас так очень перехвачу на всякий случай, но я там сделаем. О, блядь, не пусть. Пельмени отошли, потом обратно вернемся. Че, обратно встаем? Сюда примерно. Не туда наперед, а в звезду встаньте. Ну и по краю лужи здесь ходим. Че там, добьете сегодня, нет? Кто там? Два стака, да? Есть еще кто после тебя будет танчить? Я сейчас это отдохнем. Да-да-да. Смотрите, лужа вышли и пельмени вышли. Блять, вы, ну... Я что, еще раз дал. Все, утонули, блять. Цшник утонул. Опять шот, бля. Убивает. Что ж, я же забрал. Четвертый подождем. Гимна хп, да? А уже поздно. Побежал сдавать, хули делать. На срез дам. А побежал сдавать? Так ты сделал? Да, я думал, я не сделал. Я просто не видел баф. Я думал, в графе этих дебафов находится, а он в графе бафов находится. Идиот такой. А-а-а. Тоже знал то, что он там находится. Я психологал себя. Поэтому я поэтому и говорю, прочитай гайды сначала, прежде чем вот так вот делать. Обезопасить себя. Если у кого-то кружка есть, вроде оденьте. Есть. У меня есть кружка. Вот только, сука, чая нету в ней, нахуй. Базара нет, надо идти, короче. За чаем. Репичи, подевай кружку.
Нарлин, на тебе эту хуйню, будешь, блядь, по тебе хилить нормально будет. Не, одевай, надевай. Подожди, у тебя гадюка, что ли, набита? Ну эту хуйню оденешь, еще лучше будет. Ибо. Она лучше. Знаешь, Сэджи, у тебя на гадюка есть на ДК? У тебя гадюка на ДК? Нет, крипто гадюка. О, все, сейчас тогда я принцов побью в этой фигне. Сила на 100. Надо чекать вообще-то это. Эффективность лечения на 300, это же вообще пиздец. Хотя бы спрашивать. Бомба. Ну, на анхолика сам убийц. А это бомба, не иначе.